У меня к вам маленький вопрос. Скажите, вы праздники где отмечаете, а? Дома, да? Счастливые люди! Я все праздники отмечаю в больнице. Ты, наверное, думаешь, я врач? Нет. Я его постоянный клиент. В смысле, пациент. Я такой счастливый, что когда дорогу перехожу, даже черная кошка от меня отворачивается, убегает. Меня даже, когда полиция останавливает, спрашивает, прописка есть? Я говорю, есть. Они говорят, где? Я говорю, центральная больница, первый корпус, третий этаж, травматология, шестой палата, койка слева, туалет напротив. Они говорят, что? Я говорю, ничего, я живу там. Не веришь, вот сейчас буду дорогу переходить, и вот сразу приедет скорая помощь и отвезет меня туда. Ну, полицейский добрый оказался, говорит, да ладно, не до тебя, у нас сейчас операция «Перехват». Я говорю, правильно, настоящий преступник надо ловить. Они говорят, какой преступник? В соседнее кафе идем чего-нибудь перехватить. Ну, я говорю, счастливо вам дороги, как говорится, приятного аппетита. Поворачивайся, и вдруг головой об стол. Бабах! Результат. Правильно. Центральная больница, первый корпус, третий этаж, травматология, шестой палата, койка слева, туалет напротив. Лежу. Доктор пришел, сел на кровать, говорит, ну, на что жалуетесь? Я говорю, доктор, нога болит. Доктор говорит, странно, а у меня написано, что у вас голова болит. Доктор, голова тоже болит, но нога сильнее, потому что вы на ней сидите. А рядом сосед по койке кричит, доктор, доктор, у меня тоже голова болит. Такое ощущение, как будто меня перед операцией чем-то по ней тяжелым ударили. Доктор говорит, ну а что нам еще оставалось делать? Если прямо перед операцией у нас наркоз закончился. Как, доктор, а вы сказали, что будет анестезия? Доктор говорит, она и была, анестезия Петровна. Старшая медсестра, а рядом с нами еще один мужик лежал, у него два ребра сломано, челюсть выбита. Я его спрашиваю, дорогой, ты, наверное, авария попал? Он говорит, нет, не вовремя в шкафу чихнул. А мне врач при выписке сказал, тебе надо спортом заниматься, и у тебя все неприятности идут. Я пошел в фитнес-центр. Сначала беговая дорожка. Смотрю, один мужик бежит, а вокруг шеи красный шарфик. Я инструктора спрашиваю, я говорю, а это у вас такие шарфики продают? Я тоже хочу. Инструктор говорит, это не шарф, это язык. Я говорю, а куда он так бежит? Говорит, он хочет похудеть. Я говорю, и как, сильно похудел? Инструктор говорит, не очень, всего на 15 тысяч рублей. Потом я пришел в тренажерный зал. Тренер говорит, сейчас будешь штанга толкать. Два блина поставь слева, два блина поставь справа. И толкай. Я говорю, а куда толкать? Он говорит, вверх. Я думаю, тренер, человек опытный, раз знает, говорит. Я взял этот штанга, поднял и толкаю вверх. Она назад летит. Я даже отбежать не успел. Результат? Все правильно. Центральная больница, первый корпус, третий этаж, травматология, шестой палата, койка слева, туалет напротив. На следующий день мама кушать принесла, говорит, сынок, ты блины будешь? Я говорю, спасибо, мама, вчера наелся. Только я выздоровел, по коридору иду, смотрю, девушка идет навстречу, красивая, красивая. Подходит, говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Она говорит, я из страховой компании «Гранит и оградка». Я говорю, очень приятно. А я из фирмы «Гипс и кроватка».
Она говорит, я могу вам предложить целый комплекс страхования от всех случаев жизни. И дала мне эту бумагу. Слушай, я как прочитал, это то, что мне нужно. Ты представляешь, один раз дорогу перешел 100 тысяч карманин. Два раза перешел 200 тысяч карманин. Слушай, это какие деньги можно заработать? Я тут же застраховался на целый год. И что ты думаешь после этого? Как будто меня сглазили. Мамой клянусь, специально дорогу туда-сюда перехожу, машина меня не давит. Перед домом туда-сюда бегаю, сосулька на меня не падает. Слушай, обидно, за целый год ни одной царапины. Что делать, деньги спасать надо? Из больницы звонят, тоже волнуются, ты где? Ты что, живой или нет? Я говорю, живой, живой я! Вы не волнуйтесь, только место мое держите, скоро буду. Последний день остался. Думаю, что делать? Пошел пункт сдачи крови. Я говорю, у вас здесь кровь можно сдать? Они говорят, можно. Я говорю, а всю? Они говорят, это надо делать, специальная больница, называется психушка. Еле оттуда убежал. Ну, короче, страховка закончилась, деньги я не получил, но зато живой, здоровый. Даже на душе как-то радостно стало, настроение поднялось, птички поют, перехожу дорогу, песню пою, и вдруг свет дальний, свет ближний, бабах! Открываю глаза. Центральная больница, первый корпус, третий этаж, травматология, шестой палата, койка слева, туалет напротив. И до боли знакомый голос. Ну, наконец мы тебя увидели, дорогой. Мы уже соскучились, думали, Новый год без тебя встречать будем. Эх, я пока в больнице лежал, долго думал, почему мне так не везет, и понял. Просто с самого начала, дорогие мои, всегда настраивайтесь на что-нибудь очень-очень приятное. И поверьте, тогда у вас обязательно все будет хорошо.